В папке Windows есть другая папочка вложенная, называется Installer. Вот столько она занимает. Ее можно почистить программой Patchcleaner. Вот она нашла два файла. Orphanet обозначает, что они без родителей остались, не связанные. Вот, открыли детализацию. Вот два файлика. Так, размер 186 мегабайт. Делаем delete. Так, тут еще настройки какие-то. Сюда он бэкапит. Сейчас мы куда-нибудь поближе сделаем бэкапик. В корень. А вот перенести или удалить. Ну, мы перенесем, потом перезагрузимся. Вы уверены? Да. Файлы перенесены. А, нет, переносится. Вот. Теперь смотрим, папка уменьшилась. Видите, насколько? И в корне появилось вот два файлика. Всем пока.